Понятное дело. Какая-никакая баба. Да. Это мы подводим. Ну, Лука Олегович. А так, сюдай. За уздечку, за уздечку. Погодь. Ну-ка. Держи пику. Донцы с пиками служить умеют. Держи. Пику держи, уздечку. Ну, с Богом, батя. На второй круг. Господа казаки. Что, мать? Вот тебе казак. Носи его. Вот ты мой красавец. За уздечку. Держи вот так за уздечку. Так, ну-ка, братское сердце, давай. Голову сюда. На меня. Ну вот так и пойдем, патрушка. Не бойся. Ай, за уздечку держись. Господа казаки, честные старики, атаманы молодцы, казачки любушки, принимаем ли мы казака Андрея Кирилловича в общество казаков славной черкасской станицы? Добрый час! В саду дерево цветет, да казаку поход идет. Раз, два, горе не беда, и очи да есть и рай. Раз, два, горе не беда, какие очи да есть и рай. Полновам казаченьки горю горевать. Полно вам, казаченьки, горю горевать. Если нам тоску печаль во темного лесу, оставим тоску печаль во темного лесу. Будем привыкать к азиатской стороне. Будем привыкать к азиатской стороне. У казака дома чернобурый. Казаченьки, не бойтесь ничего, есть у нас казаченьки крупа и мука. Есть у нас казаченьки крупа и мука. Каши мы наварим, белого хлеба напечем. Кашицы наварим, белого хлеба напечем. Скинемся по денежке, пошлем да за венцом. Скинемся по денежке, пошлем мы за венцом. Выпьем мы по рюмочке, позавтракаем. Выпьем мы по рюмочке, позавтракаем. Выпьем мы по другой, с горя песню запоем. Служба наша, служба чужая, дальняя сторона. И казаченьки. И бойтесь ничего!